Привет, друзья! Поступил вопрос о том, как сохранить проделанную работу в формате вышивальной машины. И поскольку на этот вопрос за последний месяц отвечаю уже раз 100, решила оформить это в видеоурок, добавив в него и другие варианты сохранения. Программа Welcome – это многофункциональный редактор, чьи задачи лежат не только в области вышивания. И поэтому программа предлагает различные способы сохранения проделанной работы. Все, что вы создаете в вышивальной программе, необходимо в первую очередь сохранить в формате этой программы. Реализуется сие через меню «Файл», «Сохранить как». В открывшемся окне выбираете место для сохранения файла, задаете уникальное название файлу и выбираете формат Welcome «Все в одном дизайне». Формат EMB, запомните 3 буквы. Если вам необходимо сохранить работу для более ранней версии Welcome или для бытовых редакторов Bernina и Джанаме, которые тоже делает программа компании Welcome, то выбираете подходящий вариант и сохраняете. Каждое последующее сохранение своей работы можно осуществлять нажатием клавиш Ctrl-S или через меню «Файл сохранить». Файл будет сохранен под указанным ранее именем и в указанном месте. Файл, сохраненный в формате вышивальной программы, принято называть «исходник» или «родной файл программы». В нем содержится подробная информация о всех объектах, контурах, заполнении, эффектах и так далее. Сохранив работу и закрыв программу, вы спустя время сможете снова вернуться к работе и продолжить создание файла. Закончив работу над файлом вышивки, вам необходимо сохранить ее в формате вашей вышивальной машины. Для этих целей в меню «Файл» имеется строка «Экспорт машинного файла». Здесь также необходимо определить место сохранения. У меня в большинстве случаев это USB-флеш. Задав имя файлу, кстати, рекомендую пользоваться латиницей, поскольку многие машины неадекватно воспринимают кириллицу, выберите формат вашей вышивальной машины. Для некоторых форматов вы можете указать версию, модель машины, а также особые данные, требуемые для корректного сохранения файла. В последнее время большинство вышивальных машин понимает формат DST – универсальный формат, хранящий в себе самое необходимое. Если вы умеете с ним работать, то сохраняйте в этот формат. А если нет, учитесь или используйте формат вашей вышивальной машины, указанный в руководстве. Сохранить как шаблон. Данная команда позволяет создать новый шаблон для работы или сохранить внесенные в инструменты и программу изменения в качестве нового шаблона. Чтобы было понятнее, поясню. Каждый раз, открывая новый документ, вы пользуетесь настройками программы, созданными по умолчанию. Вот если вы внесли в эти настройки какие-то изменения, которые вы постоянно используете, можете сохранить как новый шаблон. А экспорт векторный файл позволяет сохранить работу в формате EMF и EPS и получить изображение. Сохранится только информация о векторных контурах и заполнениях. Экспорт файлов сложного декора. Этот тип сохранения предназначен для сохранения файлов, в которых помимо вышивки присутствует график, аппликации, стразы и так далее. Всем хорошего дня и удачной вышивки!